Вот она, красотка, BMW M5 Competition. Это индивидуальный заказ для бойца UFC. Автомобиль полностью перетянут в пленку сатин. Это своего рода хамелеон. При разном освещении себя по-разному показывает. Полностью проект — это индивидуальный заказ с нашими новыми деталями рестайлинга Empower. Это сплиттер на передний бампер, боковые решетки боковых воздухозаборников, центральная накладка с ярко выраженным местом под номер. Это новые ноздри, которые агрессивнее, чем заводские, примерно на 2 сантиметра, 2,5 выступают, в отличие от заводских ноздрей, и смотрятся прям ярко выраженно. Это капот с легкими доработками. Здесь сейчас заглушки. Будут специальные вставки с надписью Empower. Также изготовлены на заказ кованые диски с логотипом UFC. Новые сплиттеры порогов. Боковые элементы заднего бампера — это аэродинамические элементы, у них идет продув воздуха, они надежно крепятся на бампер, соответственно, никуда они не отлетят, никуда не денутся. Очень аккуратный спойлер на стекло, который повторяет грани на крыше. В меру агрессивный сплиттер, агрессивный спойлер на крышку багажника. И, конечно же, диффузор заднего бампера в стиле M, но он гораздо агрессивнее, чем заводской диффузор. У него эта часть выступает сантиметра на 2. Более выраженные плавники, это такие аэродинамические элементы. И центральный элемент сделан специально под хрусталик. Здесь также можно установить стоп.